Мы уже рассказывали о маленькой видновчанке Вике Филатовой, которой требуется наша с вами помощь. У девочки диагноз гигантский меланоформный невус. Опасность его в том, что любая травма, а также солнце могут спровоцировать перерождение доброкачественного образования в меланому – рак кожи. Поэтому необходима операция, стоимость которой – несколько миллионов рублей. Деньги собирали всем миром. В неделю доброты и щедрости жители Ленинского округа активно откликнулись на призыв о помощи. Подключилась градообразующая предприятие «Московский коксогазовый завод». Основную работу по сбору средств взял на себя благотворительный фонд «Алёша». За это время была собрана существенная сумма. Сегодня сбор средств продолжается. Осталось, так сказать, сделать последний рывок. Необходимо еще чуть более 500 тысяч рублей. Чтобы помочь Вике, отправьте смс на номер 9112, указав сумму пожертвования или любым удобным способом на сайте благотворительного фонда «Алёша» alёшафонд.ру.